Вы на канале Happy Player. Продолжаю дальше смотреть игры от приставки 3DO. Сегодня у нас на обзоре игрушка под названием... Ну вот, сам чел нам подсказал название игры Автобан Токио. Посмотрим, что это за игра. Но, скорее всего, это какие-то гоночки крутые будут. Потому что японцы, они реально умеют делать игры. Это уже факт. Очень много крутых японских игр было создано за все время. На кнопку B это газ. На кнопку C это у нас меняем меняем вид камеры. На кнопку A, я так понимаю, тормоза. Игрушка что-то тормозит, блин. Не хватало, наверное, мощности у консоли в то время. Опять же, все это решается через ускорение эмулятора. Эти лаги должны пройти тогда. Если б не было лагов, то игра однозначно крутая. В плане музыки, в плане графики, на 90 это была бы очень неплохой гоночкой. Даже круче, чем Need for Speed 1, я думаю. Ну, из-за таких лагов непонятно, играть в эту игру или нет. Ну, если через ускорение эмулятора лаги пропадают, то можно поиграть однозначно. Японцы умеют делать очень крутые игры. Таких игр целая куча. На пятой передаче 200 километров в час, ужас. Кстати, прикол, чем больше лагов, тем легче обычно объезжать, ну, вот эти вот объекты всякие. Ну, это не всегда, но преимущественно. Там есть пару секунд, чтобы сместить автомобиль в сторону и увернуться. Ну, не всегда, эта фишка прокатывает. О, ё-моё. А вот здесь как-то, вот где меньше объектов, лаги не такие уже сильные становятся. Я заметил, вот. А сколько мне еще ехать тут? Ой, как меня занесло-то. Из-за лагов, короче, непонятно, когда притормаживать. Аккуратненько. Кстати, вот одну фишку они не придумали. Стекло заднего вида. Хотя эта фигня уже была давным-давно придумана. Еще в первой Need for Speed. Ну, они, наверное, где-то преимущественно в одно и то же время практически вышли. Хотя могли бы стекло заднего вида сделать. А, хотя, если игра и так глючит сильно, то, наверное, не стоит тогда. Потому что еще больше она тормозила бы. Ладно, в принципе, игру показал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.